Тем временем в Минобороны России обнародовали данные, согласно которым за последние сутки существенно возросла логистическая активность боевиков Исламского государства. Чтобы компенсировать потери после воздушных ударов российских ВВС, террористы пытаются перебросить к местам боевых действий новую технику и топливо взамен уничтоженных. Боевики лишены большей части оружия и боеприпасов. И только за последние сутки российской авиации были нанесены точечные удары по 86 объектам инфраструктуры ИГИЛ в провинциях Рака, Хама, Идлиб, Латакия и Алеппо. В частности, уничтожены склады с вооружением, которые были замаскированы в горах, заводы по производству взрывчатых веществ и два полевых штаба, из которых осуществлялась координация деятельности террористов. Всего совершено 88 боевых вылетов.